называется металлик. Металлик, так я Робик указал, что это металлик. И вообще не мокро. Мойка мотоцикла. Упершиню. Момента набывания. С момента набывания первый раз моем мотоцикл. Это ж надо, а? Самое головное, орол. Орлу уже клюв начистила. Я как это шмат сенсоуна. Роб, ведаешь, что там уже барабаны. Я на это могу глядеть без конца, шчыра кажучы. Подороже до летанка. Проверим, как он отсюда глядит, уже краска стерлась. Да ведаю, ведаю. Шаркнуло нечто. Шаркнуло. Это нічога. Нічого. Не здавай гэту татка. Мы гэта выражем. Вы молодцы, профессионалы. Какой мотоцикл дямочек. Не ведаю, тебе так вельми это отрымливается. Коли треба будет потом бензинчик гэтую вось маленькую ржавчину протереть, там бы, мне здаётся, что эта вилка была новая, тут была налепка. А, ценник был вось. Ну. Треба... Ну, я же казал, палевым. Менял, да? Ну, палевом. А ты ведаешь, что самое главное, что вось гэта новая покрышка Петрашины, а на коляске, из особливо задняя, Made in USSR, старая, але она не треснутая. Так файна... и он 5000 прошел. 5000 он мог и стоять на месте, але потрескаться все, але не треснутая. 5000 он не стоял на месте. Широ кажучи, я хочу сказать, что треба заменить покрышку, ну, буде. А особливо заднюю треба будет такую больше злую, как он пораю мне. Памятаешь, он неоднократно раю. Заменить белый, покрышку. Червоно-белый. Так, наш стяг. Подороже долетать. Ему не подобалась твоя фраза. Так. I'm Warlock. 18 level. Тата, а ты можешь еще так родить? Подороже долетать. Мы в этом месте завжди некие мотоциклы намываем. Ну, я сподіваюся, что у наступных будет некий гусак. Ці гантеля? Сподіваюся. Ну. Ну давай. Бо нам треба. Скажи, що там буде треба. Ну, а ти ведеш, Роб, у нас уже нове відео. Треба нешто нове придумляти. Наприклад, подорожжя сім'ї. О-о-о, я придумав. Ми можемо поїхати. Дік. І все з собою камеру знімати. На відео. Усі підписуйтесь лайками. Ставьте на колокольчик, подписка, это же был 20 хвилин мойки и мотик стал чистенький. Это любовь. Орел. Орел, так. Ну что, будем собирать рельсы и для танка поехали. Роб, что это за птушка? Это орел. Тебе подобается? А уявляете, будто мне привязали веревку, тата так рванул, и я бы таким...
ваш сябра не выходить. Ну, может. Рома, это смерть. И он вчера целый день катался. У самым глубоким вечера приехал. Так, еще это сиденье треба протерти от пылу. Все аутентичное и оригинальное. 9-амперный аккумулятор. Покрышка еще. Молодчина. Made in USSR. USSR. Робка, треба вчити ангельскую мову. А ты. Так, карбюраторы. Пекар. Или К68У. Ну, насколько я веду. Я дилетант. Ты можешь взять вот эти. Это треба будет трубки заменить. Бо яны потресканные. Это мы заменим обов'язково. Так, там кулачковое зажигание стоит еще оригинальное. Оно перебранное, новое. А я будем менять на бесконтактное. Все в оригинальном стиле. Нравится нам поставить сюда пневматичный демпфер. Ну, поставим. Покуль стоит этот оригинальный, старенький. Проехали на новой поршневой 197 километров. Обкатку еще не прошли. Вот это выведенная лямпочка, додатковая LED. На люльку. Вот тут лямпа, тут так само оригинальная, вельми слабая, как кажется, але мы ночью еще не катались и не проверяли. Ничего не меняли. Больше. Моя команда працует на пит-стопе. Молодцы. Протягивайте. Подписывайтесь на канал. Наша семья Роберта. Ставьте на колокольчик. И подписка. Подписались на колокольчик. На колокольчик. Так. Я Амаля Блогер. Так, дякую тебе. Воу-воу-воу-воу-воу. Паучок. Все светлее, это белое становится. Так, а калипферы одразу еще будут там. Вот сняли мы чехол на запаску. Кола уже мыли, я не ведаю. Кола треба силиконом было, ну, просто. Побачили, як яна выглядае. Можеш, калі ласка, памыць хромированные элементы? Бампер. Это не хром. Гэта нержавейка. Нержавейка у нас. Так. Правильно, малайчына, за увагу. 5 балов. Што вытирае? Так само Робік там вытирае. Малайчынка. Уже сам залазіць. Сам залазить. Ой, как мне подобается мыть мотоциклы. Тебе подобается? Ну, конечно. Не, ну, повинен же кто-то сдымать нас и вести YouTube-канал. А кто-то... Кто-то жарче.